Средневековье. Как много вы знаете об этом периоде? Со стороны он кажется диким и непонятным, особенно при просмотре средневековых иллюстраций. Но еще более дикими для современного обывателя покажутся некоторые факты, в которые верили в то время. Например, вы знали, что в тыкве можно вырастить карликового человечка. Согласно теории алхимика Парацельса, можно произвести на свет ребенка без участия матери, так как все необходимые вещества для создания человека уже содержатся в мужском семени. Существо называли гомункул. Он был размером до 12 дюймов. Считалось, что правильно созданный гомункул может обладать даром речи и понимать законы Вселенной. Через него создатель мог понять рецепт философского камня. Патриархальность средневековой культуры проявлялась и во враждебном отношении к женщинам-колдуньям. По мнению немецкого инквизитора, ведьмы воруют у мужчин половые органы по ночам. То есть не насылают порчу или бессилие, а в прямом смысле уносят с собой. Возможно, миф появился из-за психического заболевания под названием «культуральный синдром». При этом расстройстве мужчинам кажется, что у них пропал половой орган, но проще поверить в воровство, чем в собственное безумство. Плохая репутация была также и у лесных фей. Считалось, что они регулярно похищали детей и оставляли вместо них подменышей. Подменой оказывался какой-нибудь замаскированный эльф или же заколдованное бревно, которое вскоре умирало. Для средневекового человека это было обыденностью. Однако сейчас с трудом верится, что можно было создать гомункулов или быть украденным лесными феями.